Круто. Очень круто. Так, что мне нужно? Намерение природы. Жрать все подряд. Получен 3-й уровень. Установить новую эволюцию. Улучшение эхолокатора. Так, мне еще 2 этих. Самого нужно съесть и все. Я пройду квест. Так, здравствуйте, с вами Розе. И это... Менэтер. Менэтер. Да-да-да, Менэтер, вот так и правильно все. Правильное название правильной игры. Так, мы начали немножко середины игры, но такое... То, что она, короче, какая-то непонятная немного. Она какая-то глючная, я так понял, очень сильно. И вылетающая, не хочущая сохраняться. Мы начали с середины игры. Ну, не знаю, как с середины. Там начало, обучаловка, и это второй уровень, я не знаю. Там обучаловка, надо было взорвать пару кораблей. Менэтер. Ролевая игра, разработанная и изданная Tripwire Interactive. В игре игрок берет на себя управление самкой акулы-быка, которая должна развиваться и выживать в открытом мире, чтобы отомстить рыбаку, который изуродовал ее в детстве и убил ее мать. И, короче, расчленил акулу, а это детеныш той акулы. И вот я продолжаю им играть. У меня квест на убийство 10 самов. Опа, сом. Иди сюда. Так, это не тот сом. Не, на, именно пятнистый сом. Сейчас мы найдем его. И этих самов охраняют аллигаторы. Нет аллигатора, ну ничего. А, не, он плывет. Проснулся, видно, спал там. Да, порычи мне на ушко перед сном. Сладенькие речи. О, последний. Из-за интенсивного истребления хищников в Фаутике увеличилась популяция самов, что ничуть не расстраивает аллигатора разбойницу Рози. Разбойница Рози? Че за хейтеры, блин, я не понял. Вы че, охерели? Вообще охерели. Разбойница Рози, блин. Я в суд подам. Ой. Валим. Так, что мне нужно делать? Мне нужно улучшить эхолот. Нажимаем I. О, улучшенный эхолот. У меня ресурсов хватает. Нажмите M для просмотра карты. Закрыть. M. Вау. Золотой берег. Это вся карта, что ли? Журнал. Дурное слово. Вилли. Когда охотиться на аллигатора стало слишком просто, Вилли из Баю переключился на добычу покрупнее. И теперь он ищет, из какой бы акулы сделать себе новые сапоги. Тот, кто вырос в болотных краях душой, навсегда остается привязан к ним. Понятно. Нищеброд. Так, а че я не могу, че? Усовершенствовать R.
Да, чтобы экипировать и усовершенствовать предметы эволюции, нужно находиться в гроте. Нажмите А, теперь мне надо нажать М. Нажимаем М. Вот это грот. А я могу как-то проложить? Т. И что? Ага. 260 метров. Так, мне через этих зубатых надо проплывать, что ли? Так, щука, мне не до тебя. Это дом получается. Лишь здесь акула способна постичь чудо любви к себе. Нажимаем I. Усовершенствуем эхолот. Эта акула использует для поиска добычи биологическую эхолокацию, более характерную для китов и дельфинов. Что мне делать? Отслеживайте задание. Нажмите L для просмотра журнала. Весь прошлый месяц эта щука Камаскиног жила у фабрики солнцезащитных средств Sunshine. Теперь она на 70% состоит из оксибензона, а не воды. 250 наград. Вот ресурсики, я не знаю, что это. Жир, наверное. Волокна, жир и соль. А чё это? Джамбалай в баю. Выполнить задание фунт плоти. Найти баю. А, это задание какие-то повыполнял. Угу. Достичь это просто подростковый. Получить уровень 4. Голодный хищник концентрируется на своей добыче. Класс, выкачка персонажа. Да, мне по чуть-чуть опыта дают. Но я могу типа... Так, где журнал? А, это мне еще искать нужно. За них типа... Опа, я что-то ел. Ага. А, это я ящик нашел. Это что такое? Влажные объекты. Я понял. Ага. Это мои враги. Жесть, рыба. Надо найти. Пойдем искать. Это цели. Это что? Это аллигаторы. Места проживания. А где я? Вот я, да? Вот мы сейчас поплывем вот сюда. Игра классная, вообще четкая. Я в нее раньше не играл, даже не слышал ничего, если б не Epic Game. Это что такое? Требуется пожилой, это типа уровень какой-то. О, значок какой-то. Планируя заложить кладбище, помните, что следует избегать опасных прибрежных областей. Хорошо.
Мне нравится, что она может тут просто выпрыгнуть на берег. И такая оп-оп-оп. И поскакала такая. Дротайте, дрот. Ой-ой-ой. И что-то плоховато. Не хватает кислорода подводного. Ну короче, спасибо Epic Game, но это не реклама Epic Game. Даже Epic Game иногда нормальные игры раздает. С проблемками небольшими, но... Что вы хотели за бесплатную игру? Достаточно современной графикой. С выкачкой персонажа. Чем вам не ММО? Только да, Аквамена не встретит, потому что там можно стать его этой. Как же меня заебал этот слух. Ну вы понимаете. Но это не слух. Так, что там хрюкает? А, я понял. Аллигатор немедленный. Дальше от одной точки не плывет. Так, я уже потерялся. Не, все правильно, понял. Напишите, как вам игра. Окуни могут вобрать в себя громадное количество воды в попытках всосать свою добычу. Че, не так ору тут это под водой, да? Что, ну, ты ж когда ныряешь, у тебя ж водой заливаются уши. И ты не слышишь, как орут рыбы. Они вот так орут, оказывается. Класс. Ням-ням-ням-ням. Че это за свет? Давай-давай-давай, проплываем нафиг. Так, по пути хаваем черепашку. Подплыли к месту предназначения. Че это такое? Че за свет? Здрасте. А, это моя точка, наверное, этот. Метка моя. Теперь мне типа надо искать это чудо-юдо. Так, ищем. Где-то должен плавать это. Опа, 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 давай, давай. Оп, оп. Не на того нарвался. Аллигатор, а ты чё, тебе надо, алё? Это что такое за свет такой интересный? Подземный свет. Можно мне объяснить, как оно это работает? Интересно. Типа темнее, да? А, вот она, вот она. Наверное, я должен ее одолеть. Такое, а? Четвертый уровень. Вау, вот это. Вау. Прикольно, это вообще прикольно сделано. Этот геймплей, вот эта вся физика в игре классно сделана.
куда-то зарылся под землю, что ли. Не, кайфануть можно, если в такое не играл. Так, что мне надо? До встречи, аллигатор. Уничтожить цель. Мне типа надо вальнуть аллигатора. Так, а что у меня уровень-то мапнулся, да? Мне надо двойной эхолокатор. Зачем? А, мне в грот нужно. А зачем мне... Типа, чем круче эхолокатор, тем я больше вижу. Логично, я думаю. Но мне в грот нужно. Опа, тут ящики, можно ящики поискать. Так, давай, наверное, поищем ящики. А ты пиши в комментах, нравятся тебе такие игры или нет. Можно даже постримить будет. Ты, подло. Так, чё, я вольну его, интересно? Ну, давай, давай, давай. Оп! Нихера себе, он аллигатора хавает. Так, так, так. Опа, ворот. Давай двоечку ему. Так, 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 хп мало. Уходим, уходим. Не-не-не-не. Окунь, иди сюда, ты мне жизнь важен. Я еще пока не полностью понимаю физику игры. Как она работает. Опа! Опа, грызнули его. Такое ПВП. Давай, давай, давай. А-а-а! Ты че, ё-моё? Ну он маленький еще. Так и в реальной жизни, блин. Надо захилиться. Жаль, не, нет баночек хила с хилками там. Где баночки с икрой. Чё такое? Пернат. Еще. Таш! Не-не-не-не-не. Это их сильно много. Если бы не по одному. Так, надо их разделять. Разделять надо. Я думаю, нормально апнусь, если хоть одного убью. Так, а чё это они... Чё-то не понял я нифига. Чё это? Можно по одному, типа, братан его решил заступиться за него или чё? Ну да. Ну смотри, они чё-то плывут и плывут. То они точки охраняли какие-то. А это прям сорвались с цепи. Я всех собрал, просто всех. Так, ладно, если ты хочешь, чтобы я поиграл такое что-то, пиши комменты, ставь лайки. Я с удовольствием в такое поиграю.